Так, всем привет! Это маленькое видео. В общем, заказал себе набор X-Tool IK618. В общем, начал делать видео на одном телефоне, и там получилось так, что память закончилась, и, в общем, запись закончилась. В общем, заказал я на AliExpress. Я тут, правда, уже довольный распаковал все. В общем, давайте пробежимся быстренько. Вот такая коробка пришла, кстати, очень быстро. Я заказал только из-за ключей, ну, на всякий случай. То есть, как бы, это не реклама, ну, я не знаю, как можете считать, реклама продукта, не реклама. В общем, то, что я заказал, открыл сегодня, только что, в принципе. 7-дюймовый экран. Ну, в основном он для ключей. Также можно отсканировать все. Хочу сейчас сам посмотреть. Как я сказал, я сейчас только что распаковал. В общем, эти провода были тут. Это тоже тут. Вот тут для ключей. Не знаю, там BMW, Volkswagen. Ну, это было все в наборе. В общем, обошлось где-то почти 500 фунтов. Ну, считайте, можно 500 евро, допустим, стоит, да? Это, как я понял, какой-то считыватель тоже или программа. Вот. Я эти уже не буду открывать. Сюда, наверное, чипы какие-то надо выпаивать. И вот это, наверное, вставляется вот так сюда. Ну, как я сказал, что заказал, стоило 500 фунтов, там 497 что-то фунтов, а заказал в AliExpress, какой-то проводок тоже, сейчас посмотрим, заказал в AliExpress, и можно оплату было сделать через PayPal, там, в рассрочку на 3 месяца. Там, считайте, по 170 евро, допустим. Ну, это тут описание, куда чего, наверное, втыкать. Вот адрес, где заказывал, наверное. Ну, заказывал я, правда, в AliExpress, но это, видимо, завод, изготовитель. В общем, что у нас тут идет? Европейская... Потом английская. И тут вроде бы американский штекер. Вон там двойная такая маленькая розетка. А это, я не знаю, ключница какая-то или... Вот такой тут маленький. USB. Переходничок. А вот какой-то провод. В общем, что у нас в комплекте? Такой провод, куда что подключается. Но это буду я разбираться. То есть, как я сказал, сегодня это только было доставлено. Мне так пришлось в контору ехать. И как бы сейчас нахожусь в гостинице. Извиняюсь, тут может, что-то лишнее. Это тут вроде бы на 16 пинов. Раньше я видел, конечно, тут... Вот такие штуки, там, не знаю, 20 штук в ряд. И там надо было на каждую машину, в принципе, выбирать. Сейчас вроде бы все один пин. В общем, это в разъем OBD тоже подключать. Да, 16 пинов, вот написано. Так, я купил чисто сам для себя. Пускай будет, в общем... У меня есть iCarSoft для Мерседеса, в основном только. Потом был X-Horse VVDI, по-моему, ключ для ключей. Но я ни разу не использовал, просто аккаунт сделал. Потом такой TopDon, TopScan. Через телефон можно ошибки скидывать. Ну так, в дорогу положили, в бардачок или вот
в сумке я постоянно таскаю. Давайте, в общем, раскроем. Я извиняюсь, одной рукой, конечно, неудобно. В общем, как я сказал, планшет абсолютно новый. Только забрал. Тут что-то уже руками он грязь какая-то заляпанный какой-то, в общем. Давайте включим, посмотрим. Давайте так включу, в общем. Тут какие-то разъемы. Какой-то разъем. Ну, подставки нету, ничего такого. Камера какая-то. Сделана в Китае. Тут, видимо, какой-то динамик или еще что-то. Ну, это приветствие, в общем. Давайте я куда-нибудь сюда поставлю. И посмотрим. Так. Давайте просто английский поставим, да и все. Wi-Fi. Бесплатный Wi-Fi. Код я даже не знаю. Неудобно, конечно, одной рукой. Я извиняюсь. Next. Батарейка 7%. Ну, давайте, может, поставим на зарядку. Как я сказал, я чисто купил для самого себя. Буду разбираться, как... тут, в общем, надо будет... Trial. Ну, давайте без аккаунта, как я и сказал, что у меня нету. Что тут есть? Диагностика, special function, settings. Ну, давайте посмотрим, что такое. В общем, приборка, не знаю, в общем, что тут, давайте посмотрим. О, и машины какие пошли. О, батарейка быстро садится, кстати. Давайте я поставлю на зарядку. Быстренько. Так, тут у нас английский переходник, куда что втыкается, без понятия, это вроде бы как-то чего, а, наверное, просто вот так, да. Так, это воткнули. Какой-то провод, а вот этот. Так, я извиняюсь, может, видео будет нудное, но как я сказал, я сам смотрю и показываю, что я заказал. Как сказать, этого, конечно, добра много в интернете, люди лучше объясняют, показывают, но я покажу так, как есть.
зарядку. В общем, разъем сюда. Не знаю, заряжается, не заряжается. В общем, стоит на зарядке. Да, стоит на зарядке. Это то, что машина, она может делать. Это я зашел в спидометр. Так, а где Mercedes-то, кстати? Volkswagen, Volvo, Toyota, Suzuki, Subaru. Mercedes-а я не вижу. Может, просто Benz будет. Саб. Бентли, а вот Бенц. Ну, у меня есть А-класс, есть Б-класс, есть Mercedes Vita. Vita тут нету. Ну, хорошо, давайте нажмем Б-класс. Вот, у меня 246, 2.2. Please switch ignition on, but don't start. У меня машины нету, я сейчас в гостинице. Видимо, ничего не будет. Как бы смотрю просто, как... Понятно. Increase mileage, please. Increase the mileage. Надо было войти. Файл, ну понятно. Так, с этого давайте полностью выйдем. Тут нечего делать. Что у нас тут есть? Что у нас тут еще есть? Язык менять. Потом, какие машины? Европейские, американские. Форд европейский. Что тут такое? Так, что тут у нас? Можно было на русском, конечно, поставить. Но у меня еще есть Ford C-Max. Здесь такие на меня, имена, что для Америки в основном. Ford Milan. Ладно, с этим надо будет разбираться. Не буду на это время тратить. Так, автомат. Что это? Дисерри пока. Потом что-то. Ну, в общем, как-то так. Батарея можно. Гейлёнинг. Ну, это если вы новую коробку, видимо, поставили. Потом батарею можно тоже сделать. Сиденье, фары, в общем, куча функций, инжектора, airbag injectors, EGR. Ну, в общем, надо будет смотреть. А тут что? Вот для ключей. Что? Ну, давайте. Давайте возьмем, допустим, для Мерседеса. Key. Disable key. Tail control. В общем, не буду сейчас ничего такого тыркать. В общем, надо будет смотреть все на машине, как чего. Оставлю я сегодня на зарядку. Может, сейчас постараюсь тогда уже Wi-Fi найти, то есть загрузить, и тогда уже обновлю. Как я и сказал, что это совсем новое. В общем, 2 года
по-моему, делается обновление. И потом что-то уже там платится. Не знаю, сколько чего. В общем, такая вот вещичка. X-Tool iCache 618. Прибор в основном для ключей, программирования. Ну и машины там можно сервис скидывать и так далее. В общем, такой вот хорошей коробочки. Пластмассовая, все упаковано, красиво. Как-то так. В следующий раз я постараюсь тогда уже сделать видео. Буду смотреть, что там с машинами и так далее. Все, спасибо за внимание.